безлимитный рот, входящий бесплатно. Нет, нельзя, это будет в другом ролике. А. Можно, все. Оп, всем привет, я вернулась. Я пропала на дофига времени. У меня накопилось очень много материала. Нужно все это смонтировать. Я это хочу сделать, но буду делать это только, к сожалению, вот-вот на этих днях. Поэтому, чтобы вы не скучали, я решила смонтировать прямо сейчас и показать вам, как снимался клип «Можно все» Эльдара Джарахова. Я приехала к ребятам на площадку. Тут люто. Я буду оборудовать свой уголочек для того, чтобы тут всех красить. Мой чемодан, столы. Блять, Маша, почему охранники такие уёбки? Есть два типа людей, которые уёбки. Это охранники и таксисты. Все. Единственное, что меня в этот момент радует, что дома я наелась гречки, и сейчас мне даже не очень голодно. А вот здесь, наверное, будет буфет. Очень на это похоже, и я буду рада. А вот это Даша, моя помощница. Привет. Дашечка Нейман, вот такая вот. Погнали. Это мое логово. Вот такой вот хреновый снимают, представляете? Супер агрегат. Съемочная команда. Это охрана. Что, все в порядке? Все хорошо. А как называется вот это вот фингер? Фингертатинг. Это типа как танец пальцами, что такое? Ну, на самом, да, на самом деле очень хитрая история происхождения этого слова, потому что есть стиль, который называется King Tat. Это танец руками. Название появилось от изображений на пирамидах фараонов, когда они делали такие фигуры геометрические руками. Вот, и появился такой танцевальный стиль. В дальнейшем это переросло уже в рув пальцы, то есть геометрия пальцами, и получил название вот от слова тат и фингер палец, и тат это сокращение от Тутанхамон. Но нельзя сказать, что это прям отдельный стиль, это скорее под стиль, он как дополнение. Основной какой? Совмещение, вот King Tat его тоже отдельно не танцует. Основной Андрея, если говорить, то это попинг, папинг и локинг. Вот эти два стиля, которые он танцует. Но фингер это как его искусство. Он уже вышел, скажем так, за простой фингер тат. Он делает различные истории с помощью рук. Он показывает фигуры, у него более 150 различных символов и жестов. Да, которые он может делать. Это очень круто выглядит. Но, к сожалению, допустим, на сцене его не видно, руки практически. Да, да, да. То есть снимать это круто, но делать какой-то перформанс глобальный из этого не получается. Угадайте, кто? Ой, такая цыпочка вообще просто сладенькая. Слушай, мне уже даже так нравится. Меня сегодня красила танцевич Мария, поэтому я сегодня очень прекрасная. Это самый модный танцор из Петербурга вообще. Самый люкс, топчик, понимаете? Топчик. У нас на клипе работает. Вот топчик, и вот топчик, и вот топчик. Я так. Стерва в серебряной куртке, блин. Ох уж этот ковбой. Не нагнетай. Пизда. Сучка. Это он тебе. Без ручки. Это он тебе. Тебе. Тебе, а? Слышала? Тебе. Мне? Дождевичок. Так, блядь, убери вообще нет, эту хуйню, когда нет, я работаю. Нет.
hours later. И все равно под звуки поцелуев мы снова проснемся. А мы сапожки туда отнесли, да? Я не трогал твои сапожки. Какие сапожки? У тебя были сапожки? Run. Тут я увидела невероятно крутую картину. Сейчас я вам ее покажу. Очень хочу, чтобы все увидели, как это классно. Я не смогла. Можно я вас сниму? Что? Такие вообще. Вообще, вот отыграла, я все, не могу. Просидела, все увидела. Это просто такая собака. Все. Умняха. Да, ты постаралась. Да. Такая, ну да, ну, типа. Просидела. Причем вообще даже нет, самое, невозмутимо так. Ну да, я. Но только чувствуется, как она все дрожит. Да, да, но при этом морда такая, типа, ну да, что? Ага. Еще чуть-чуть. Хорошо, я потерплю. Такая вообще красотка, сладенькая такая. Тигра. Лапра тигр. Тиградор. Вот, Лада. Нормально. А как ее зовут, не знаешь? Лада. Лада. Тиградор Лада. Это как новая машина. Просто сразу понятно, что будет страшно. Лада Тиградор. Лада Тиградор. Охрана, все в порядке? Все очень хорошо, все прекрасно. Свет бегает, собаки сидят. Хулиганов нет? Хулиган только Стас, но он сидит. Нормально все. Все. Хулиган сидит? Хулиган сидит. Хулиган сидит. Его охраняет собака. Нормально. Хорошо. Хулиган не убежит. Охрана отчитывается мне, понимаешь? Да. Привет. Малышка какая. Как тебя зовут? Кэнон? Кэнон. А я Люмикс. Привет. Ну нихера ты вообще резкий. У меня аж раз фокус вообще. Поплыла. Поплыла сразу. Курица, да? Сразу вообще поплыла. Ничего не видит. У нее то фокус, то раз фокус. Бля, я отвечаю просто. Все, башню снес моей камере. Как мне теперь бедняжечка, работать? Бедняжечка. Сейчас. Ты посмотри, вот ты видел вообще? Просто все плавает. Куда не уходить. Идет уже 6 час. Мои ножки немножко устали. Зато помада, потому что Францевич красила. Она даже до сих пор. Даже ни капельки. Вот. О, здесь ты прекрасно ложишься. Поняли все? Идеально. Устала, киска? Ну да, с учетом того, что мне через 4 часа улетать. А куда летишь? Уфу. А что там? Мастер-классы, там не спим, летим обратно, а потом уже поспим, то есть посплю я послезавтра. Непонятно где, потому что тебя выгнали. Выселили. Да, я еще и бомж. Это, кстати, правда, я бомж на данный момент. Слушай, ну, учитывая то, какая ты прекрасная, тебя хочет приютить вообще каждый человек страны, мне кажется, поэтому у тебя вариантов будет масса. Так что я вхожу в это число, я если что. Твоя. Да, ночуй у меня, киска. Меня собирает Маша. Все. Время не остановить. Тик-так, стоп-стоп. Да я сделал это все. Клик-клак, цок-цок. Хейтер пишет о расправе. Пиф-паф, флоп-флоп. Но на самом деле хочет жизнь, как мой влог. Но жизнь, сука. Заколотил миллионы. 2.26, если кто не увидел. Полиция влога, здравствуйте, предъявите вашу карточку, покажите вашу батарейку, сколько у вас зарядки. Как у начинающего влогера, смотри. Ой, сажается, ой, подождите, пока у вас сейчас камера сядет, у меня так дед сел однажды, ой, блядь, до сих пор не зарядился. Ну, значит, что хочу сказать. Передаю привет маме, Эльдар. Папе и Эльдару, это я, привет мне. Ч
чётенько. Если что, перейдите, потерялась камера Маша, она там сняла лучше. Маша, а какое такси можно вызвать на время? Есть два типа людей, которые ёбки, это охранники и таксисты, всё. Ну это просто скинуха. А чё вы меня все долбите-то? Суки! Сегодня нам можно все. Уходи! Кстати, это режиссер. Это последний? Закончили снимать. Очень круто было, очень буду ждать результата. Охерела. 4.14. Вот вас только закончили. Сейчас собрать это все и нахрен свалить домой. А еще мы с Ирой Смелой проводим в Инстаграме конкурс, и у тебя есть последний день, чтобы успеть. Для этого подписывайся на мой Инстаграм, на Инстаграм Иры, и отмечай двух друзей под видео с розыгрышем. Все подробности и ссылки в описании. Посмотрел? Понравилось? Поставил лайк? О, господи, как мне приятно! Не, ну в натуре по-честному спасибо. Мне очень приятно, я не вру. Все? Пока! Пока! Ха.